всем, меня зовут Джо. Чего вы смеетесь? Опять же, меня зовут Джо. Мне очень понравилось здесь, и в том числе и в Суздале, и здесь, в этом доме, у Владимира. Все здесь очень уютно. Он такой очень гостеприимный человек, и я бы очень посоветовал здесь остановиться, если у вас возможность. Можно уточнить, что у него дом не так уж далеко от города, и это есть свои преимущества. Во-первых, после Столбики от города это буквально 5 минут пешком. То есть это значит, что шум от города нету, можно спокойно здесь отдохнуть. Не слышно все эти машины, которые едут, поэтому здесь очень удобное расположение дома. И не так уже далеко, чтобы дойти до города. Что еще можно сказать? Что я очень рекомендую в Суздале ехать, потому что здесь очень красивый, очень старинный город, где они поддерживают все старые традиции, и действительно стоит посмотреть. Спасибо. Добрый день. Меня зовут Кирин. Hello, my name is Kirin. I very much enjoy the Suzdal for its atmosphere. It's very I was interested in Russian history, and it's very historical here. There was lots of very beautiful churches. I very much enjoyed the festival. The burning of the effigy was very entertaining. I like that a lot. And also all the different little celebrations and games. And also I liked staying here. I think someplace that is a little bit more cozy and is owned by someone who is obviously lives here. It's not a motel, or a hotel, and it makes for a better time in this environment here, in this place. And I very much enjoyed it. The food is very good. I very much like blin chiki and everything that went into it. So, thumbs up for me.